Вот такая, значит, картина. Ух ты! Да, картина неплохая. Только есть одна маленькая проблемка. Проблемка в воздухе. В прошлый раз она нас тоже тревожила, ну, частично своими криками вокруг, но на этот раз она добралась. Мальчик летал, или девочка, может быть, девочка, летала в округе, и на этот раз от нее не отвертишься. Как насчет какого-нибудь яда? У меня есть куча замедлений. Замедлением еще нужно куда-нибудь попасть. Ух ты, блин. Это в меня так косят? Или ты еще кого-то видишь? Может, какую крысу? Кровавый дракон. Кто-то его немножко коцнул, судя по здоровью. Что, извините, происходит? Ага. Круто, да. Это я всегда, пожалуйста. Это жрица, наверное, да? Это же, кстати, вещи Азуры. Там, по-моему, есть жрица, которая его колбасит. Ага, вот она. Эй. А. Я тоже присоединюсь. Так, и поскольку я себе могу это позволить, конечно, не мороз, а скорее огонь, но в первую очередь лечение. Мне душу, а тебе дракон. Здрасте. И опять, так сказать, привет. Успею? А, да, один раз. В движении по нему для меня сложно попасть. А вот когда он зависает где-нибудь в воздухе или садится, это уже дело более простое. Как-то он ненатурально совершенно висит. Ух ты. Я знаю, из чего мне нужно делать нарезку. Из этого выпуска. Да, вот прямо из этого. Все несколько более эпично, чем я рассчитывал. Э? Окейушки. Что-нибудь из этого, потому что вторая рука у меня с заклинанием полезным снаряжена. И один минус заключается в том, что, конечно, теперь я кости буду подбирать, не выкидывать же их, в конце концов. А они довольно много веса добавляют. Сколько там, 15 за единицу, и где-то десятка идет за чешуйки. Ага, и по 3, их еще и много, больше, чем обычно. Ну, допустим. Как мне теперь? Наверное, не очень как. Да, конечно, загружение капитально. Ну что же, по крайней мере, у меня есть душа дракона. Мы сбегаем в какой-нибудь там White Run. Я кости и всякое прочее счастье положу на закладные места, продам некоторые вещички. И на этот раз мы все-таки начнем азуровский квест. Только что он, да, действительно займет черт знает сколько. Может, я еще один альтернативный скриншот сделаю, потому что... Wait a second. Еще один штопанный дракон. Вы типа издеваетесь надо мной, нет? Но нельзя же так с людьми поступать. Нехорошо.